Мусульмане 10 апреля отметили великий праздник Ураза-Байрам. Он является символом духовного очищения, добра и милосердия, также знаменует окончание священного месяца Рамадан. Отмечали этот праздник и жители Кашхабльского района. В мечети аула Кашхабль уже с раннего утра собрались верующие, чтобы совершить праздничную молитву. Со словами пожеланий к собравшимся обратился эфенди аула Амар Бидаутов, после чего под предводительством имама мечети был совершен намаз. В заключение всех присутствующих поздравил Азамат Хуштов. Позвольте мне поздравить вас с наступившим днем, днем священного праздника, днем окончания священного месяца Рамадана. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля одарит вас своими благами, своим нуром, своим баракатом, всеми вещами, всеми хайратами, которые Аллах Субхану ва Тааля завещал и обещал постящимся своим рабам. Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал: «Литукаббируллаха аля ма хада», чтобы вы в конце священного месяца возвеличивали Аллаха на пути, по которому Он вас повел. И пусть Аллах Субхану ва Тааля дарует вам праведный путь, пусть Аллах Субхану ва Тааля укрепит вас на этом пути. Дорогие братья и сестры, не забывайте те уроки, те завещания, которые оставил нам прошедший священный месяц Рамадан. Не забывайте про посты, которые предписаны в течение года. Не забывайте читать и размышлять над Кораном. Не забывайте следить за своим языком, за своим поведением и вести себя так, как мы вели себя в месяце Рамадана на протяжении всего года. И не забывать о священном месяце, об Аллахе, возвеличивании Аллаха. Не забывать постоянно благодарить Аллаха Субхану ва Тааля. И, конечно же, Аллах сказал: «Взывайте ко мне, я вам отвечу, и когда бы, где бы ни обратился ко мне мой раб с просьбой, воистину я близок, отвечу ему, если он ответит мне и уверует в меня», говорит Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому увеличивайте свою веру, увеличивайте веру в Аллаха Субхану ва Тааля и просите его. Не забывайте всегда делать дуа. Не забывайте своих старших, не забывайте своих младших, не забывайте близких. И старайтесь дожить до следующего Рамадана так, как будто бы этот год длится, этот месяц длился целый год, как будто бы Рамадан не заканчивался. И, конечно же, не забывайте приносить салават нашему посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и просить Аллаха, чтобы в день суда он стал заступником для нас, и просите, чтобы Аллах Субхану ва Тааля даровал вам путь сунны, путь посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и чтобы Аллах укрепил нас на этом пути. В этот священный день мусульмане навещают близких и друзей, поздравляя друг друга с праздником.